Faberlic входит в список компаний, производящих товары первой необходимости. Именно поэтому мы продолжаем работать в штатном режиме. Но сегодняшняя ситуация требует введения дополнительных мер безопасности. Именно о них мы сейчас вам и расскажем. Компания Faberlic очень ответственно подходит к подготовке своих сотрудников к началу рабочего дня. Ежедневно каждый сотрудник обязан измерить температуру, получить на входе на склад перчатки, маску, а также обработать руки санитайзером, и только после этого он допускается до своего рабочего места. Друзья, сейчас мы находимся уже внутри нашего склада и двигаемся в сторону сборочной линии. Там мы сможем вам показать, как происходит упаковка ваших заказов. Мы находимся на сборочной линии, и я расскажу вам о мерах, которые мы ввели для повышения вашей безопасности. Во-первых, мы значительно увеличили расстояние между сотрудниками. Во-вторых, все сотрудники всегда работают в защитных масках и перчатках. И в-третьих, каждый час происходит антибактериальная обработка рабочего места всех сотрудников. Теперь, совершая покупки на сайте Faberlic, вы знаете, что компания максимально позаботилась о вашем здоровье. Берегите себя и близких.